Сегодня Всемирный день борьбы с бешенством животных. Особенность вирусного заболевания и у людей, и у животных такова, что излечиться от него нельзя, его можно только предупредить. Ежегодно на территории округа прививают от бешенства около 40 тысяч животных. Стоимость прививки колеблется в районе 20 рублей. Вакцина бесплатная, владелец домашнего питомца платит только за шприц и проведение процедуры. Пик заболеваемости бешенством в Староскольском округе пришелся на 2013 год. Тогда был зарегистрирован 21 случай. Для сравнения, в этом году 3 домашних питомца заразились бешенством. В зоне риска населенные пункты, примыкающие к лесным массивам и заказникам, где запрещена охота на главного переносчика заболевания – рыжих лис. Поэтому все зависит от того, насколько биологические моменты происходят в природе, то есть снижается численность, снижается и угроза вывода возбудителя бешенства.